привет, друзья. Хочу, смотрите, я за рулем. Хочу дать обратную связь по разбору Светланы. Света сегодня звонила, Светлана Прель, психолог, который очень много интересных разборов сделал. Мы с ней пообщались, и я, наверное, забегаю вперед, она, наверное, еще нигде не писала, но ее разбор на меня повлиял, и я приняла решение. Я приняла решение, что я не запрещаю моим детям общаться со своим отцом. Я специально это видео раскидаю везде, чтобы все видели, все знали. Тигран, ты наверняка смотришь мои видео, наверняка смотришь мою страницу. Я тебе разрешаю общаться с детьми. Пожалуйста, общайся с ними регулярно. Я хочу, чтобы это было регулярно. Регулярно видеться с ними, со всеми тремя. Почему? Потому что все-таки они должны общаться и с мамой, и с папой, чтобы у них не было ни на кого обиды, и чтобы было внутри чисто. Еще раз повторяю, я даю добро на свидание с детьми. Тигран, заранее пишешь, договариваемся, выбираешь день, забираешь сразу всех троих, чтобы все три сына общались и с мамой, и с папой, чтобы они все вместе проводили с тобой время, потому что действительно у них будет...